Привет, счастливые люди! А вот и новинки этой недели. В понедельник, 22 февраля, мы побываем на радио, где в приятной обстановке вместе с ведущими эфира поговорим о комиксах и о том, почему и когда ими стоит заниматься. В среду, 24 февраля, уже традиционная творческая среда, но такая же непредсказуемая. В этот раз Питер Джексон, Кристофер Нолан, Дастин Хоффман, создатели сериала «Друзья», «Доктор Кто», фильмов о Гарри Поттере, «Назад в будущее», «Властелин колец», ух, сколько их, и это еще не все. Они проведут нас за кулисы съемочного процесса и раскроют секреты того, как одна идея превращается в большое кино. В пятницу, 26 февраля, Игорь расскажет и покажет, как выстроить композицию к своим рисункам, что вообще такое композиция и почему с ней рисунки становятся круче. И вместе с вами раскрасит одну из своих фантастических иллюстраций с огнедышащим драконом, которую он назвал «Открытое воображение». И, наконец, в субботу, 27 февраля, мы ждем вас с братом на расслабляющий вечер, где мы в прямом эфире пообщаемся с вами о творчестве, достижениях недели и что-нибудь порисуем. И знаете, что самое крутое? Вся прелесть в том, что вам не нужно помнить все эти даты и время. Достаточно подписаться на наш канал Амброзио в YouTube, нажать на колокольчик и включить все уведомления. И новые выпуски сами напомнят вам о себе. Ну окей, это были все новинки грядущей недели. Приятно было увидеться. Амброзио, смотри, вдохновляйся и твори.